16 июня начала работать 14-я Бакинская международная конференция омбудсменов на тему «Фундаментальные принципы цели устойчивого развития, правовое равенство, национальные приоритеты сотрудничества». Уполномоченный по правам человека Азербайджанской республики Эльмира Сулейманова подчеркнула, что несмотря на продолжающуюся более 25 лет оккупацию 20% наших территорий, в результате военной агрессии Армении наша страна стремительно развивается и заняла достойное место среди государств мира. На конференции выступил помощник президента Азербайджанской республики по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом Али Гасанов. Профессор Али Гасанов отметил, что для достижения цели устойчивого развития важным условием является обладание государствами, присоединившимся к этой глобальной инициативе, необходимыми ресурсами. Достижения, завоеванные Азербайджанской республикой за годы независимости, нынешний уровень развития свидетельствует о том, что наша страна имеет мощный потенциал для достижения поставленных целей. Помощник президента Али Гасанов также отметил, что в Азербайджане достигнут большие успехи в сфере обеспечения прав и свобод человека, развития гражданского общества. В стране обеспечиваются свобода объединения, слова, мнения, печати, а также другие свободы, соблюдаются международные стандарты в сфере прав человека. В заключение выступления Али Гасанов заявил, что подготовленные в Азербайджане концепции и стратегии развития, программы и проекты, как правило, приводятся в соответствии с целями устойчивого развития ООН. А это свидетельствует о том, что азербайджанское государство строит свою политику с учетом глобальных вызовов и тенденций. Отметив успешную деятельность омбудсмена в нашей стране, заместитель председателя Милли Мяджлиса Азербайджанской Республики Бахар Мурадова довела до внимания, что в этой сфере проделана большая работа. Она сказала, что в Азербайджане уже сформировались фундаментальные принципы целей устойчивого развития. Решения, принятые на этой основе, вносят важный вклад в достижение этих результатов. Резидент-координатор ООН в Азербайджанской Республике Гулам Исакзаи рассказал о вопросах организации координационной работы между целями устойчивого развития и институтами, обеспечивающими и защиту прав человека. Он отметил, что цели устойчивого развития призывают все государства-участники к обеспечению прав и свобод человека. Подчеркнув, что устойчивое развитие является одним из приоритетных направлений в Азербайджане, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, член Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджанской Республики Хиджран Гусейнова рассказала о гендерном балансе в нашей стране, мерах, принимаемых по решению вопросов семьи, женщин и детей. Министр культуры и туризма Абульфаз Гараев подчеркнул важное значение конференции с участием представителей международных структур с точки зрения обмена опытом, отметив, что в рамках государственной политики, реализуемой в сфере развития ненефтяного сектора, в нашей стране уделяется особое внимание прогрессу туризма. Министр напомнил о создании на основании распоряжения президента Ильхама Алиева Совета по туризму. Конференция продолжает работу в сессиях. Севда Джафарова, Шакир Гурбанов, Эльмин Лачинов, Азертач.